Гончие сорвутся в поисках подстреленной дичи, как только получат команду. Такое ощущение создается у тех, кто смотрит на картины в гостиной музея Бежин-Луг. Здесь воссоздали дух 19 века. Старинная мебель и фортепиано. Подлинных вещей семьи Ивана Тургенева в Чернском районе не сохранилось, поэтому новую экспозицию собрали из коллекции областного историко-краеведческого и художественного музея. Охотничья тематика выбрана не случайно. Именно здесь классик написал рассказы «Певцы», «Свидания», которые потом вошли в сборник «Записки охотника». Так как он всегда охотился страстно со своим любимым егерем Афанасием Алифановым, то в нашей коллекции оказалась замечательная работа вот «Егерь» художника Френца. Здесь очень известные русские художники второй половины XIX века, и они настолько соответствуют именно тем рассказам, тем сюжетам охотничьим. Раньше музей Бежин-Луг был муниципальным, теперь стал региональным. Здесь не только отремонтировали кровлю, полы, провели отопление, но и создали новую экспозицию. Алексей Дюмин ее пополнил, подарив музею отреставрированную лучшими художниками Троицко-Сергиевской лавры икону введения во храм Божьей Матери. Ее очень почитали в семье Тургеневых. И подлинное письмо, написанное Иваном Тургеневым в Париже своей дочери. Здесь заключение экспертов Министерства культуры. А это вот само письмо. Это было куплено на аукционе в Европе. Это подлинник. Как в 2018-м Тульская область отметит 200-летний юбилей со дня рождения Ивана Тургенева, Алексей Дюмин обсуждает с музейными работниками за чашкой чая. Музейщики предлагают, нужно отреставрировать сохранившийся дворовый домик, где располагалась прислуга семьи Тургеневых. Цена вопроса – 5 миллионов рублей. Благоустроить аллею, наполнить событиями фестиваль «Бежин-Луг», который проходит в Чернском районе уже в 34-й раз. В прошлом году он собрал 15 тысяч гостей. Музею нужно мультимедийное оборудование, чтобы проводить тематические вечера, рассказывать и детям, и взрослым о семье русского классика. Алексей Дюмин идеи музейщиков поддерживает. При всем уважении к нашим гитам Тульской области, как Поленово, Ясная Поляна, мы должны тоже, кроме них, еще и оказывать внимание, уделять внимание. И, естественно, это должна быть новая точка притяжения, где мы должны все вместе усилия бросить для того, чтобы музей-усадьба загремела по-своему. Подумают музейщики над созданием межрегионального туристического маршрута, который бы связал все старинные усадьбы рода Тургеневых, в том числе известный музей Спасско-Лутовиного в Орловской области. К юбилею мы придем, и все, что нужно для Тургенева, сделаем. По-другому просто нельзя, потому что это писатель такого уровня, значит, явно, может быть, даже в большой степени недооцененный. Хорошо, что мы общаемся друг с другом, хорошо, что мы проводим совместные мероприятия, и очень хорошо, что мы знаем, что творится в каждом отдельном взятом музее. К 2018 году в Тургенево должны закончить реставрацию церкви введения во храм Пресвятой Богородицы, которую еще в начале 19 века построил дед писателя Николай Тургенев. Работы идут за счет федерального бюджета. Над созданием в поселке инфраструктуры пообещали подумать спонсоры. Они уже построили здесь небольшую гостиницу для туристов, кафе, в планах строительства Дома культуры. А в будущем намерен отремонтировать бывший детский сад и перевести туда учеников из сельской школы. Когда-то на ее месте был господский дом. Его также можно было бы воссоздать и дополнить музей-усадьбу. Надежда Милюхина, Роман Тюкин, Алексей Чичевадзе, Первый Тульский.